Анонс и точная дата выхода 11 и 12 серии нового сериала «Разница в возрасте». 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале 1+1 7 декабря. Напомним, по сюжету сериала мы видим двоих главных героинь – Маргариту и Екатерину. Они родные сестры. Разница в возрасте у них 12 лет. С самого детства у них были разные интересы. Наверное, поэтому сестры и так и не стали близки. Сейчас героини обе взрослые женщины, но почти не общаются. Но проблемы в личной жизни 38-летней Кати, которые переворачивают ее размеренную жизнь с ног на голову, а также желание добиться расположения понравившегося мужчины, 26-летней Марго сводят сестер вместе. Чтобы реализовать свои планы, сестры решают занять место друг друга. Марго станет взрослой женщиной, а Катя вспомнит, как это быть на молодой и беззаботной. Они меняют свою внешность, образ жизни и привычки, чтобы добиться желаемого на пути к счастью. Напомним, 11 и 12 серии сериала выйдут на телеканале 1+1 7 декабря. Если вам нравится сериал, не ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.